Чемпионов в 4D. Мариса, стой! Пакетик, а не на мою шеф. Они догоняют нас! Хотите взглянуть, как я стала шпионом? Да. Это старый отдел детей-шпионов. Ух ты! Его закрыли 7 лет назад из-за сокращения бюджета. Очень жаль. Он опережал свое время. Дети-шпионы были элитным юношеским отрядом ОСС. Ну все, сейчас я тебя взорву. Они пробирались туда, куда взрослые шпионы не могли, и делали то, на что обычные шпионы не способны. Разряжающая пополам стрелка! Прыгай! Спасибо, я прыгнусь. Ой-ой-ой! Есть способ лучше провести время. Она приближается и движется быстрее! Это потому, что время ускоряется! Слушайте, мне приказали смотреть за вами, а не за тем, как вы умираете! Вот на это забавно посмотреть. Помолотим. Я пацифист, а не воин. Режим атаки! Режим атаки активирован. Шоу начинается! Покажи им, Арканам! Ох, это нужно выложить на YouTube. Он решил пока не уходить в отставку, чтобы помочь нам. Приятно вернуться. Не нужно было уходить? Где ты был последние 7 лет? Я не могу сказать, это была секретная миссия. Я все равно по тебе не скучала. Мне нужно было отдохнуть от тебя. О, надо же, какое совпадение. А я хотела отдохнуть от тебя. Да молчи уже. И что там происходит? Эта химия влияет на мозг, я серьезно. Ясно? Слушай. Воссоединение семьи. Сейчас разговор не о нас. Кармен, речь идет о спасении мира. Ты не заслужил этот значок. О! Спасибо. Пожалуйста.
Давно искры из глаз не вылетали. Теперь вы знакомы с моей темной стороной. Я тебя поздравляю. Ты поймал ребенка.